Здравствуйте всем, кто заглянул на мой YouTube-канал. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья и удачи. Самое ценное у нас – это здоровье. А если нам будет сопутствовать удача, мы дождемся завтрашнего дня. Вместо торта на новогодний стол можно приготовить вот такое замечательное печенье или десерт под названием страчателла. Как видите, продуктов немного. По 100 грамм белого и черного шоколада, сыр маскарпоне, 250 грамм, 500 миллилитров сливок и 500 грамм печенья. Формочка у меня 26 на 26. Сначала мне нужно будет мелко порезать шоколад. Взобью 500 миллилитров сливок. Сливки сладкие, специально для тортов, для выпечки. Сливки добавлю маскарпоне и опять взобью. Получается вот такой густой крем. Миксер мне больше уже не нужен. Сейчас я сюда добавлю резанный шоколад. Все хорошо соединю. Дно формочки чуть-чуть смажу кремом, чтобы печенье не скользило. Теперь печенье буду пропускать через молоко и выкладывать формочку. Теперь на печенье выложу крем. И сверху на крем опять выложу печенье.